информация в отношении руководителей и работников организаций, имеющих маленькую выручку и не плачивающих подоходный налог, направляется в наш отдел декларирования доходов и имущества для проведения анализа их имущественного положения и необходимости подачи декларации о доходах. За 8 месяцев текущего года отделом декларирования доходов проведен предварительный анализ с целью сопоставления расходов и доходов в отношении 17 граждан, являющихся руководителями и учредителями таких организаций. У данных граждан установлены нарушения. Соответственно, предъявлен подоходный налог к уплате. А всего отделом декларирования доходов и имущества по 95 декларациям установлены нарушения. В результате доначислено и уплачено в бюджет более 165 миллионов рублей. Это лишь за 8 месяцев года текущего. И тем не менее, многие предпочитают именно такой способ расчета. Неприятен тот факт, что и руководители, и работники понимают, что подобные выплаты способствуют развитию теневой экономики. Понимают, но продолжают выплачивать и получать заветные конвертики, обрекая себя на жизнь без правил. Контролирующие органы, конечно, контролируют, но нельзя одномоментно объять необъятное. Организации, выплачивающие заработную плату работникам в минимальных размерах, находятся на особом контроле у налоговых органов. Со своей стороны, контролирующие органы делают все возможное, чтобы пресекать черный налог, и проводят соответствующие мероприятия. Работниками нашей инспекции по Московскому району в городе Бреста совместно с администрацией района за 8 месяцев текущего года было проведено 154 адресные встречи с руководителями организаций, которым было разъяснено о необходимости увеличения уровня заработной платы. Руководители коммерческих структур, минимизируя налоговые платежи, должны помнить о том, что обман государства порой обходится слишком дорого. За уклонение от налогов предусмотрена не только административная, экономическая, но и уголовная ответственность. Таким образом, тому, кто выплачивает серую зарплату, и тому, кто ее получает, стоит подумать о своем будущем. А еще будьте уверены, говорят налоговые инспекторы, конвертные отношения длительностью не отличаются. В любом случае, на подобных предприятиях дела обстоят. Стоят нечисто, и наступит такой момент, когда вы просто останетесь и без работы, и без зарплаты.